10 сборных команд МЧС России, отвечающих за безопасность чемпионата мира по футболу, организовали свой внутренний мини-футбольный турнир. В общей сложности в нем принимают участие более 100 спасателей из Краснодарского края и Ростовской области. Турнир стартовал 14 июня и продлится до 4 июля. Матчи проходят на тренировочной площадке в Сочи. Участвуют пожарные, сотрудники надзорных органов и органов управления МЧС двух регионов. Когда я узнал, что меня командируют в город Сочи для проведения обеспечения безопасности самого чемпионата мира по футболу, я был очень рад, потому что это действительно очень почетная задача. И а то, что здесь проходит турнир по мини-футболу, это действительно очень приятное, приятное мероприятие, так как я занимаюсь всю жизнь футболом, это мое увлечение. Сейчас в лучших традициях футбольного турнира определились победители группового этапа. Впереди у сотрудников ведомства борьба за победу в финале. Лидеру соревнований вручат кубок Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.